Похвастаться вкусной продукцией могут не только болгарские, но и курские производители. И в этом покупатели уже убедились в среду в магазине «Нива», где прошла дегустация мясной и постной продукции. Моя коллега Ирина Шашкова побывала на очередном вкусном этапе областного конкурса «Покупаем Курское». Глаза разбегаются от разнообразия салатов и мясных деликатесов. Аккуратно, красиво, и хочется купить всегда. Здесь продукты свежие, хорошие, нравятся. Понравились и голубчики, и булочки, хлеб, вкусное все у вас. Рыба запеченная, люля-кебаб, котлеты рубленые, рулет куриный. Продукция на любой, даже самый взыскательный вкус. И самое главное, всегда свежая. Изучая покупательский спрос, мы все-таки ориентируемся. Мы не добавляем никаких консервантов для хранения. У нас срок реализации продукции 6 часов. То есть приготовили, продали и следующее обязательно готовим. Голубцы овощные, пирожки с капустой, повидлом, пряники. Широкий ассортимент для тех, кто соблюдает пост. Сейчас, сидя на посту, мы приходим сюда отовариваться постной продукцией. Молодцы, они вот реагируют на спрос покупателя. Дегустации в рамках конкурса «Покупаем Курское» продолжаются. Вкусные и полезные продукты от местных производителей можно будет попробовать во многих магазинах города. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал «7».